Когда чувства берут верх над разумом. Когда струны души рождают мелодию. Мы расправляем крылья, чтобы отправиться в волшебный мир транс-музыки. Транс-музыки. AV представляет радиошоу «The Voice of My Soul». Ребятки, всем привет! Сегодня у нас понедельник, значит, очередной выпуск «The Voice of My Soul». Всем прекрасного настроения. Сегодня будет куча, много шикарной музыки. У меня сегодня будет гость, который опаздывает, не может найти парковку. Кстати, новая работа. Опять у нас ID. Человек не хочет, да? Вот. Ну, я его потом выведу сюда, покажу вам, чей это трек на самом деле. Кто видит, мне тут допинг привезли. Нафтизин Рейнивал. Спасибо большое, Евгения. Ребятки, всем привет, всем, кто к нам присоединился, еще присоединится. Все равно скажу, мой гость все равно до сих пор опаздывает. Так что, если что, вместо него Юдина выйдет, будет играть. Ребята, у меня гость пришел все-таки. Все-таки он дошел и нашел парковку. We'll be right back.
просто браво автору данной композиции. Он здесь, кстати, в студии находится. Ребят, кстати, новая работа у нас от Антон Бай. Трек называется Let Me Go. Трек выходит на Interplay Unity в эту пятницу. Накидайте лайков, пожалуйста, автору работы. И где он сам, спросите у него. Позвоните ему кто-нибудь. Антошка присоединился, ты вовремя, да, Антошка, это твой трек, ребят, вот это у нас Антон Лапашев, это его трек, это у нас, да, беженец из Белоруссии. Кстати, ребят, Антон выступает 22 сентября в Санкт-Петербурге на фестивале The Voice of My Soul. Кстати, Антон вчера придумал промокод. В общем, по промокоду Суанда билеты на 200 рублей будут дороже. We'll be right back.
Папа, Женя, Володя, всем, ребят, привет. Всем привет, кто присоединится. Кира, и тебе. Какая, да, шикарная работа. Ребят, кстати, хотел сказать, сегодня мой гость. Он у нас еще сегодня будет у Филиппа Михайловича в 12:00. И это как раз команда Ultimate, которого 16 числа у них собственное мероприятие. Так что заходите к ним в группу, покупайте билеты, будет очень весело. Я там что-то пропустил, чей юмор? Евгений, ты подумал, что юмор это твое? Женька любит подкалывать. Женька, да, молодец. Кого наколол? О, как там у вас весело. Потом обязательно все почитаю. We'll be right back.
ребят, как кто гость? Гость у нас сегодня Vexa 9, да, будет. Сейчас я еще пару треков, а сколько времени вообще? И выйдет наш гость, он разминается, как раз он приседает, отжимается. Молодец, вообще парень подготовился. Что такое пик тайм? Сейчас могу дать вам пик тайм. А что, кто знает, кто такой пик тайм? Мне говорят, дать пик тайм. Что это? Не, Кир, специально, да, для вас, для москвичей, да. Эти сердечки нигде не отображаются, они нигде не сохраняются. Это просто, там, вам трек понравился, я не знаю, что вот тебе понравился какой-нибудь трек или что-нибудь. Ну, поставь сердечки, вот, покидай сюда. Я их покажу тебе сейчас в эфир.
Ребят, мне аж прям интересно, кто вспомнит, что у нас за трек? И чей это у нас, чей у нас ремикс, да? Да, Евгения Юдина кричит, вообще нигде не угадала. Ну, блин, ребят, пожалуйста, я в вас же верю, пожалуйста, давайте. Кто угадает, тому дам билет на мероприятие. Володь, и ты туда же. Нет, это девушка черненькая такая. Ребята, я буду заканчивать, именно я буду заканчивать свой сет вот этим треком. Это у нас новый Михаил Милов, просто шикарная вообще работа вокальная. Сейчас выйдет мой гость Vexa 9. Напоминаю, что мы с Илюшей еще сегодня едем к Филиппу Михайловичу на прямой эфир. Так что не забывайте, сегодня вы нас увидите здесь и еще увидите нас ночью. Спасибо всем огромное, Илюша, верно, это Нифра, ты молодец. Все, красавчик, я тебе подарю билет. Ты красавчик, все, ребят, шикарный трек. Слушаем, сейчас придет мой гость. Да, ребят, это Суанда. Помните про промокод плюс 200 рублей. Все. Да, еще раз всем спасибо. Я обязательно еще пару раз выйду с вами пообщаться. А сейчас дальше вас будет развлекать Vexa 9. Да, ночью, когда мы к Филиппу Михайловичу пойдем, у меня, по крайней мере, будет точно все ID, все новые треки, которые еще не вышли. Ну, не все, но буквально штучек 6 я взял с собой. А сейчас выходит Vexa 9, ребят.
Да, Володь, все верно. Короче, плюс 200 это мне. То есть, получается, вы покупаете свой билет и 200 рублей потом мне на карточку кидаете за рекламу. Друзья, это был AV. Все, мы выгоняем его из его же радиошоу, да? А, это кто? А, это я. Ну что, друзья, поехали. Let's take it back to a time when we were so much in love. Ребята, еще раз всем спасибо. Векса 9, ближайшие полчаса с вами. Костя Шиловский, вот, я тебя увидел. Он говорит, ты что не спишь, у тебя возраст, ты что, давай спать ложись, не гони, Кость.
We'll be right back.
chaos, there is a movement, a will to bring back the long-lost solidarity. One message, one sound, to unite us all. Reality is shifting. Ребят, ну как там? Как вам Илюша, а? Как его музыка? Классно? Напоминаю, Илюша сегодня еще в 12 часов в гостях у Филиппа Михайловича, так что не пропустите, будильники ставьте себе, да. Филипп... Видите, да, Илюша хочет в гости к Филиппу Бедросовичу, но это они, это, за золотым граммофоном. У тебя жена, это с Антоном, да, у тебя жена, и ширинку сзади делай.
Ребят, ну как вы там? Смотрите, Илюха просто вообще, просто разрывает. Красавчик. А что он сегодня будет творить у Фила, я даже не представляю. Ну, он, видите, у него трек заел этот. Слышите, на бобинах играет, что ли? Ребят, да, у нас осталось еще, по-моему, если я не ошибаюсь, 7 минут мы заканчиваем, потому что после нас будет еще один прямой эфир. Вот, напоминаю, сегодня в 12 часов Илюша в гостях еще у Фила. У ребят 16 числа мероприятие, заходите к ним в группу, смотрите. И пока еще раз не подорожали билеты, да, покупайте. Кстати, у нас тоже еще 2 раза как минимум подорожают билеты. Завтра я про это, про все напишу. Так что у кого есть возможность, собирайте мелочь там, копейки. Ну, короче, покупайте прямо сейчас. А на входе будет еще в 2 раза дороже.
one mind, and we embrace one sound. Друзья, это мой последний трек на сегодня. И я хочу поблагодарить вас всех в чате, кто был сегодня. Спасибо вам огромное. Спасибо, Андрюх, тебе, что позвал. И, естественно, спасибо гостям, которые здесь в студии. Поаплодируем сами себе. Вы огромные молодцы. Спасибо вам огромное. Что, нужен хайлайт? Нужен хайлайт? Да, ребят, огромное вам спасибо. Каждый понедельник в 20:00 мы здесь с самой лучшей музыкой на земле. Не забывайте в среду еще Комаров и Родригес в четверг. Все, всем огромное спасибо. Все, ребят, огромное всем спасибо. Увидимся ровно через неделю.